мариновать курицу. Вот это на ужин. Я хочу сейчас ее помариновать с утречка, чтобы она хорошенечко, ну, как сказать, промариновалась. Помягче мясо было, так как это домашние тушки. Чтобы нормально получилось, очень вкусно, чтобы было. Так, сейчас буду все это разделывать. Не знаю, кожицу немножко оставлю, жир уберу тут чуток. И все. Так, я помыла полы сейчас быстренько. Сёма у нас сидит, играет, смотрит, гора там самоцветов у нас включена. Все остальные в школе и в саду. Саша пошел пока что читать. Сейчас будет тоже заниматься своими делами. Так, ну и картошку потом попозже почищу. Овощи и винегретик сегодня сделаем. Такой у нас будет ужин. И, наверное, гости к нам придут вечером. Вот такой хочу приготовить ужин сегодня. Последняя паприка. Паприку посыпем. Лук на блендере сделали, чтобы он такой мелкий был. Дальше приправа у меня тут для мясных блюд. Тут уже наборчик чуть-чуть подсыпем. Так. Подсолим. Черного перца еще. Пустим. И немножко майонез. Все перемешаем. Пускай стоит несколько часов. Ну, я думаю, до вечера. Ну, часа 4 постоит и будет нормально. Ну вот, все готово. Накрываю ботинчиком и уберу пока что, отставлю. Буду заниматься сейчас винегретом, надо овощи достать, все отварить, все приготовить, чтобы потом к вечеру только почистить все. И все. Так, вот так у меня хранятся приправки все. Вот еще, которые брала приправы, они сюда не помещаются, их надо пересыпать. Смотрела просто то, что... Тут еще есть, тут еще приправа для картофеля. Возможно, мне пригодится немного попозже. Картошечку посыпем. Или запекем, или я не знаю, как ее посмотрим. Хотела вообще запечь с курицей, но так думаю, что курицу в фольге будем делать отдельно. Потому что домашняя, она, чтобы подольше постояла, поварилась, потом раскрою фольгу, и чтобы до золотистой корочки все могло, ну, обжариться. Так, друзья, начистила я картофель. Мясо у нас уже помариновалось, можно его ставить, в принципе. Здесь у меня концентрат компотика. Отварили мы еще овощи, я на улицу вынесла, чтобы все остыло. И Лиза натирает мне морковочку еще на один салатик. А мне нужна сейчас будет фольга. Я хочу в фольге запечь курицу, а потом в конце раскроем ее просто и все. Картошку круглую сделаем, скорее всего. Вот такие дела. Саша поехал в город. Ну, вечер у нас сегодня, я вкратце вам расскажу, по случаю регистрации Сашиной сестры Насти. Сегодня у них регистрация, и вот половина четвертого должна быть. Саша их заберет, они попросили, заберет их с Иркутска. Поедут они, заберут Ярика, он с нами в группе наших детей, Саша заберет, и приедут сюда, поужинаем вместе. Ну, немножечко отметим это событие. Они хотели, чтобы у них все это, как бы, мы пришли чай попить. Но мы уговорили, чтобы у нас, потому что, ну, много слишком народу. А у них, конечно, мы не поместимся. А здесь вон какие просторы. Так что такая вечеринка у нас сегодня будет небольшая по случаю регистрации. Вот. Ну, просто поужинаем. Они вообще хотели чай. Но я говорю, ну, поужинаем и чай попьем. Вот так, короче, такие дела. Никого особо не будет. Только мы и они. Папа, может, придет. Все остальные, в общем, не смогли. Ну ладно, в общем, буду выкладывать мясо сейчас. Готовить без запекания. Сёмочка, подожди-ка. В общем, еще морковки добавила. Вот так вот это выглядит. Сейчас, в общем, все заверну. Я надеюсь, что оно будет мягкое. Я переживаю очень сильно. Вот оно точно мягкое получилось. Так-то оно тут часа 4 мариновалось у нас сегодня. Ну ладно. Лиза замучилась шоркать уже, да? Потому что надо на мелкое. На крупное-то, конечно, легко, а на мелкое трудновато. Сейчас я закрою. Я сейчас закрою и доделаю. Так, ну все, друзья, у меня практически все готово. Сделали сервировку, как могли, короче, из того, что было. Курочка почти тоже уже сготовилась. И картошка в двух кастрюльках. У меня нет такой большой кастрюли, которая бы подходила по дну. В
Вот, у меня только 5-литровый, надо как-то приобретать. Ну все, в общем, Саша поехал за детьми. Сейчас все приедут, Надя на гитару пошла. И немножечко посидим, поужинаем. Ну, вот там нереально, понимаешь, что-то она вся в еде будет. Наверх как бы только не в окно, а вообще мы хотим стрельнуть, чтобы здесь немножко украсить. Давай, не в нас только, наверх как бы, в потолок. Давай. Аккуратно. Ой, боже мой. Красота-то какая. Все, аккуратненько, обратно давай бокальчики все переворачивай. Все, так нормально. Из тарелок тоже. Из тарелок. Ага. Но у нас еще одна такая есть. Я не знаю, просто когда еда на столе, это все потом в еде. А мы специально перевернули вот эти вот, как сказать, под бокальчики, да. Тоже вытряси. Надо было тарелки пока не ставить. Короче, мы торопимся, они уже едут. Мы ничего не успеваем. Там Сёма, кстати, еще проснулся. Все, выкинь ее. Выкинь сюда, а то малыши начнут таскать. Не выступайте именно этим. Да, пускай так будет красиво. Давай, садись, доченька, садись. Где хочешь, садись. Папа, посади, пожалуйста, дочу. Иди сюда, давай. Праздник закончился. Собираем сердечки. Дали. Зачем они тебе? Куда раскинуть еще? На себя. Алиса уже второе платье поменяла, да, доча? В общем, хорошо. Посидели. Так, ну ладно. Ксюша, у нас остается сегодня ночевать. И Саша попросились. Племянники. Давайте все приберем. Саша сейчас их увезет на машине. А то там цветочки, чтобы не замерзли, да подарки. Вот. Миша только пришел недавно. Лыжи делал. Завтра на соревнования? Во сколько? Ангарск? Надя, хватит мучить Мишу. Любимый, походу, брат. Ну вот так, друзья, прошел наш день. Поздравляем Настеньку, чтоб жили счастливо и долго, чтоб все было хорошо у них. Вот. Ну а мы будем с вами прощаться. Сейчас все уберем, будем уже укладываться, наверное, 8 часов почти что. Все, пока-пока, ребята, пока-пока-пока всем. До завтра.